Смотрите, когда вы пишете? Поздно уже тренироваться. Уже поздно, спать уже пора, вы все тренируетесь. Вы подумайте, у кого включаете? Учителя, учительницу? Или какие-то комплексы свои компенсируете? Может быть, когда-то вас в детстве не слушали, нахуй посылали или ругали за что-то. И теперь вы вот, когда такие вещи говорите кому-то, абсолютно бессмысленные, ненужные, вредные, мешающие людям, окружающим вас людям. Я говорю не только про эти вещи, про любые замечания, про любые, так скажем, доброжелательные даже замечания, якобы. Они очень вредны, поскольку они застревают, и вы такие начинаете думать, блядь, вредно, я живу, мне вредно жить, вот все, что ж я делаю, это вредно. Вред всему создаете вы своими мыслями. И тем, что вот эти вещи проговариваете, якобы существующие, якобы работающие, они начинают работать, действовать и убивать вас. В конце вы просто умрете. От какой-то хуйни, которую вы сами себе придумали, или кому-то, кто-то ваши ближние умрут. Задумайтесь о том, что вы делаете дома, когда приходите домой и начинаете делать друг другу даже не жесткие замечания, а просто, типа, вот так нельзя, так неправильно. Надо вставать с восходом солнца, потому что солнце там что-то еще, чего-то, вот ложиться надо рано. Человек сам разберется. Он от того, что вот вы это говорите, и действительно ему становится хуево. Мы сами почувствуем, когда нам надо прекращать есть ту или иную еду, ложиться в то или иное время, делать те или иные вещи, которые вредны или не вредны. Иногда мы можем делать, иногда нет. Ну, например, если в моем возрасте я должен делать регулярную физкультуру, регулярно ходить по дорожке, делать какие-то физические упражнения, чтобы не заставило, чтобы быстро не умереть. Потому что мне хочется еще сделать каких-то интересных штук. Вот. Ну и страх есть перед смертью, конечно. Хочется побольше пожить. Хочется не просто побольше пожить, а хочется пожить здоровым, чтобы не разваливалось ничего. Вот. А иногда у меня просто нет возможности это делать регулярно. Если у меня пропуск неделю, а время только осталось к вечеру, то я пойду вечером. И это будет полезно. Потому что я разгоню кровь. Я разомну мышцы. Я немножко сделаю такой выкап своему телу. Поэтому не говорите друг другу глупостей. Пусть люди, вы сами в сердце разберутся, начинайте с себя. Делайте себе, если вам нравится замечание. А лучше и от этого избавьтесь.